Всем привет, с вами Ольга. Вы часто спрашиваете меня о том, где и кем работает мой муж. Сегодня воскресенье, и сегодня я решила заснять вам. Он занимается своим малым бизнесом, и сейчас посмотрите, как выглядит этот малый бизнес в Корее. В будние дни он мне запрещает снимать, потому что работают работники, и он их снимать запрещает. Сейчас работники тоже работают, но пока они обедают, он мне разрешил бегом заснять. Все, бегу. Вот такой небольшой заводик у моего мужа по изготовлению отделочных материалов из камня. Всякие колонны, молдинги. Ня-зия. Так, сейчас спрошу разрешения сначала. А, да. Тут офис у него. Наш старый диванчик. А? Ничего, на ютубе. 그리고 저쪽으로 들어가야지. 여기서 나무도 자르고. 아, 나무 자르는 거야? 철도 이렇게 자르고. 아, здесь режут железо и дерево. 여기서 작업장이 아니야. 저기 станки. 오, 이거 위험한데 이게. 기계 톱이 나무 자르는. 엄청 위험하지. 아니야, 안 위험해. 손 자르면 끝이지. 손이 잘려지 불러. 이게 컴프레셔하고 돌아가는 거야. 이게 뭐 바람. 아. 페인트 할 때 칠할도 하고. 아하. 뭐 태우고 있어? 지금 나무. 나무? 버리는 거. 아, 버리는 거. Здесь вот то, что остается, мусор. Дерево тут сжигают. 이거 이제 그 옷 뜰라고. 아하. 이런 거 만들어요. В общем, надоело мне писать субтитры, скажу так. Сейчас муж рассказывает про сам непосредственно процесс работы. Сначала вытачивается из пенопласта изделие нужного дизайна. Вытачивается на 3D специальном каком-то принтере. И потом с помощью силикона создается так называемая формочка, то есть это фигура из пенопласта заливается силиконом, силикон застывает, получается формочка, ее снимают, а потом в эту форму заливается смесь из каменной стружки, еще какие-то там смеси намешаны, потом все это застывает и получается уже камень любой необходимой формы. Вот такой вот сложный процесс. 이게 무슨 기계야? 이거는 기포, 그 속에 뭐 이렇게 공기 다 빼는 거예요, 우리가. 아. 안 나오게, 구멍 안 나오게. 구멍 안 나오게? 에어 빼는 거예요. 에어 빼는 거? 후. 잠깐만 찍을게요, 이게. 안녕하세요. 이거 만드는 제품이에요, 이렇게. 나가려고 지금. 아. 몰딩들 만들어요. 이거 다 된 거? 응. Это то, что получается. Видите? Структура камня. 이거 스톤가루로 만드는 거야? 스톤가루 돌아가? 스톤가루 만들어요. 그걸 만들어요. 이런 가루를 만들어요. 그럼 이거 이렇게 나와요, 이렇게. 이런 실리콘에다가. 아, 이거 실리콘 이거? 아, 이거 실리콘. 이거는 이제 다 된 거? 다 된 거. 색깔은 이렇게 하얗게만 만드는 거 아니면? 여러 가지. 여러 가지. 이렇게 만들어요. 이게 붙이면 이렇게 하고 이렇게 들어요. 이렇게. 이런 제품을 만들어요. 와, 신기하다. 저기 와. 이게 저게 AK 호텔 들어간 거 호텔. 호텔 들어간 거? 호텔에 이게 뭐냐? 몰딩. 몰딩인데 판넬 붙는 거예요. 이렇게. 아. 좋아요. 멋있다. 칠할 거다. 디자인 누가 만들어? 그쪽에서 회사에서 오지.
아, 회사에서 시켜요. 이렇게 이렇게 만들라고. 회사에서 미쿤 분이. 아, 그래서 3D 프린터에다가 하고 만드는 거야? 이거 안전한 괜찮아요. 이게 이거는 몸에 좋은... 전혀 문제 없고 불. 불 날 때 불 날 때 불 안 안 붙어요. 불연지 불 안 붙어요. 죽인다. 나중에 우리 집 아유. 만들 때니까 지금 이렇게 안전하게 왜? 그냥 여기 쇼아진 가자. Вот здесь стоит 3D принтер, на котором... Принтер, нет, 3D CNC. А, CNC, CNC. Так, CNC не знаю, что такое. Потом погуглю. В общем, это не... Угу. Его принтер, а? А, только ты. Вот там Микки Маус, видите? Вот такие фигуры они тоже могут делать. Для парков, для каких-то, знаете? София Гриная, София. Это София, а? О, 6살 때. 친구가 그린 거 아니에요? 진짜? 6살 때, 소피아. Вот этот друг моего мужа нарисовал Софию в 6 лет. Вон она. С фотографией перерисовал. Вау. 이거 집에 걸어야지, 집에. 완성해야지, 다 하지 집에. 아. 30%. 대박. 너무 이쁘다. 누가 기억나요? 대성에서 사진. 아이스크림 먹을 때 찍었던 아이스크림 먹을 때? 네, 그날. 그날 찍었던 사진. 아. 2009년인가? 그때. 그쪽에 아가씨 누구야? 몰라요. 몰라도 돼? Вот такой вот. 아, 이것도 만들어? 이거 새로 만드는 거 아니야? 새 아니야. 이 플라스틱이야, 에프라스틱이라고. 아, 플라스틱? 이것도 만들고 저것도 아, 만들고. 근데 칠을 해서 이렇게 아, 새처럼 그치. 보이는데? 여기서 막 분수 물이 나와요. 물 나와요, 이렇게. Выглядит как железо, да? А на самом деле это пластик, просто покрытый вот такой этой краской специальной. И это фонтан такой. 이거 화분, 큰 화분. 가벼운. 이거 왜 여기서 지금 버리려고? 아니, 그냥. 그냥? 이것도 칠해, 칠 안 했어. 이 вот какой-то для здания изготовили. То есть внешние фасады тоже они делают. Но еще, говорит, не покрасили, не привели в порядок. Вот как-то так. Моя. 이거 밖에다가 이런 3D도 만들어요. 아. 이게 시멘트예요, 이거는. GFRC 밖에 건물. 아, 건물 모양 만들어요. 이렇게. 뭐 이런 것들 막 붙였어? 멋있다. 어느 멋있어? 어디야? 멋있다. 보여줄 게 없습니다. 끝입니다. 끝이야. Тут у Софьи студия. 들려? 와. 50W 하나야, 50W. 근데 똑같이 나와? 집에 하고? 틀리지. 지금 이것도 다 바꿨어, 그때가. 아, 바꿨어. 아, 바꿨고. 원래 이거에 반을 반다, 안 해. 아. Здесь София свои видосики снимает. Тут же пляшет. Тут же пиршествует. Ага, там еще наверху есть свет. Все дела. Такое теперь у нас у всей семьи хобби. Видите? Ютуб. Все снимают. Веура, я уряга. Плюс они. Веура. Веура. Дуга греса. Они гагреса? Они гаутукеса.
Джилиан, чем такой со? О, мальчики. О, тонго могу. Туге? Хэм могу туге. Хэм могу джили туге. Иго? Туге. 아, 이거 촬영을 해야 되는데? 아, 너무 안 돼. 촬영 다 하고 다 준다니까 말했잖아. 아, 이거 비디오 하나 찍고. 아니, 두 개 한다. 아, 두 개 다 준대. А вот здесь напротив заводика моего мужа ведутся археологические раскопки, смотрите. Вот в этих вот местах. Сейчас вот такое вот находят. Древняя посуда, древние жилища. В общем, здесь находится исторический объект. Видите, как прикольно, да? Вот если шпрехаете по-английски, можете прочитать. Здесь находится огромное количество всяких маленьких заводиков. В Корее, как и в Японии, очень развит именно малый бизнес. Так называется фирма мужа. International. Ну что ж, как вы видите, муж у меня довольно скромный человек, поэтому я хочу немножко дополнить картину. Это фотографии с его сайта. Это часть проделанных им работ. Больше фото, если вам интересно, вы можете найти на сайте, ссылку на которую я оставлю в описании. В Корее в таком стиле, а именно классическом, а-ля дорого-богато, в основном отделывают какие-то общественные пространства. Будь то торговые центры, вединг-холлы, казино, какие-то холлы элитных клиник, салонов, ресторанов, дорогих отелей и так далее и тому подобное. В оформлении своих же домов и квартир классический европейский стиль используется крайне редко. Корейцы предпочитают либо модерновый минимализм, либо традиционные корейские интерьеры. Никакой лепнины, арок, хрустальных люстр и дорогих ковров в корейских квартирах вы практически не встретите, за очень редким исключением. Даже у самых, при самых состоятельных людей в Корее дом будет выглядеть скромно, без излишеств и пафоса. Малый бизнес и небольшой заводик в Корее не значит, что вы будете участвовать исключительно в каких-то несерьезных проектах. Конкуренция, конечно, велика, но при добросовестном подходе у вашей фирмы есть все шансы стать одним из лидеров в своей сфере. В нашем конкретном случае фирма мужа занималась такими проектами, как внутренняя отделка самого узнаваемого, наверное, в Корее современного арт-объекта. Это Тандемун Дизайн Плаза. Только при помощи 3D-технологий можно было создать такой дизайн. Также именно компания мужа, хвастаюсь, да, должен же хоть кто-то за него похвастаться, работала над скульптурой и символом Олимпиады в Пхёнчхане. Спасибо вам всем за внимание. Задавайте свои вопросы под этим видео, касающиеся малого бизнеса в Корее. Всех люблю. Всем пока.